Galaxy Tab 2, модель P5100. Сегодня будем менять слот сим-карты. Вставляем. Вообще у нас не вставляется. Итак, разбираем планшет. В прошлом видео я уже показывал, как он разбирается. Разбираем со стороны, где находится гнездо зарядки. Чем-нибудь острым. Вставляем между каркасом и рамки, всовываем внутрь как можно глубже. Не задевайте стекло. Таким образом она отстегивается. Далее по периметру. С другой стороны. Мы его почти сняли. И вот эту часть высовываем последнюю, где находится гнездо зарядки у нас. Вот видите, оно выпирает. Поэтому мы начинаем разбирать сверху, с другой стороны. Вот наше гнездо, оно находится под платой. Поэтому выключаем таблет. Выключили планшет. Разбираем. Снимаем плату. Снимаем защитный пластик. Первый шлейф. Второй. Третий. Соединили. Далее откручиваем все болты, которые находятся здесь. Снимаем шлейф, кнопки, камера, датчик, еще одна камера, передняя, антенный кабель. Ну, то есть снимаем все, что присоединено к плате, потому что мы сейчас будем вытаскивать. Еще один разъем. Соединяем батарейку. Соединяем батарейку, откручиваем. Gracias.
Сильно горько. Вкручиваем батарейку. Отстегиваем батарейку. Вот такой вот разъем у нее. Далее. Снимаем плату с этой стороны. Здесь находится паз, вот обратите внимание, который держит эту плату. Вытаскиваем. Вот он наш слот сим-карты. Вот видите, да, выломана одна. Один из контактов. То есть однозначно будем менять. Ставим в держак. Ставим в держак. В принципе, снять можно паяльником, но я советую его снимать феном. Будет намного быстрее и безопаснее. Ставьте температуру 450-400. Посмотрели с другой стороны, чтобы не было компаунда. Разогреваем слот. Нагреваем. Добавляем флюс. По краям, где припаяно. Продолжаем греть уже по периметру. Снимаем сначала с одной стороны. С другой стороны. Дождитесь, пока припой расплавится, потом уже снимайте вот этот защитный экран сим-карты. Ни в коем случае не вырывайте, потому что оторвете пятаки. Сняли. Далее нижнюю подложку снимаем.
сняли. Берем новый лектор. Держак можно снимать. Сначала нам нужно поправить вот эти два места, которые я показываю, потому что лектор имеет две направляющих. Вот видите, здесь они как бы вставляются и выходят с другой стороны. Припаиваем сначала их вот с этой стороны. Сели. Далее выравниваем лектор строго по своим местам, по своим пятакам. Добавляем флюс. Берем немного припоя. Прихватили. И все, дальше по периметру паяем. Сам разъем. Очень удобно, просто устанавливается, ничего не мешает. Все готово. Передние теперь. Обязательно проверяйте, чтобы не было такого, что собрали, потом и получилось, что лектор не читает. Можно визуально, можно под микроскопом посмотреть. Нужно иголкой вот так вот проверить, чтобы ничего не шаталось спереди, сзади. И все, собираем в обратном порядке. Ставим, устанавливаем плату. Повторяю еще раз, вот в этот паз сначала вставляем, вот который я показываю, который держит, собственно говоря, с этой стороны плату. Вставили.
Аккуратно смотрите, чтобы какой-нибудь разъем не остался под платой, потому что их достаточно много. Как у меня как раз и остался, вот он. Вот он. Все сверху, с этой стороны, антенны, кабель. Этот разъем, и вот здесь еще один разъем, вот я показываю, застегиваем шлейф. Камера. Гнездо зарядки. Антенны, разъем. Динамик с этой стороны. Ставим батарею. Соединяем шлейф. Тачскрин. Обращаю внимание, линии вот эти вот на разъемах должны совпадать с теми, которые на плате. Закручиваем все болты, которые скрутили с батарейки, с платы. Все, готов. Вставляем сим-карту. Вот он у нас запрашивает пин-код. То есть все работает. Читает. Все, ставим заднюю крышку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставить заднюю крышку, еще раз повторюсь, начинаем с гнезда наушников. То есть сначала всовываем ту сторону, где находится гнездо наушников, и потом уже по периметру ставим саму рамку. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня!